Началась конференция с воспоминаний участников о великих военных подвигах Федора Ушакова. Однако адмирал прославился не только успехами на Черноморском флоте. Мало кто знает, что деятельность Ушакова – это целый архитектурный образ Севастополя. Федор Федорович Ушаков, он для Севастополя очень важен не только потому, что он был командующим Черноморским флотом. Это был благоустроитель нашего города. Этот человек строил много и закладывал то великолепное, замечательное архитектурное ансамбль, оборонительные сооружения. Он закладывал сам смысл города-крепости. Гостями конференции стала делегация из Республики Мордовия. 2017 год в этом регионе назван годом Ушакова. Именно на мордовской земле адмирал провел последние годы своей жизни. Там, в 1810 году, Ушаков поселился в деревне Алексеевке рядом с Анаксарским монастырем и посвятил себя молитвам и благотворительности. Федор Ушаков – это именно та личность, которая объединяет людей, дает дополнительный импульс для патриотизма, для гражданственности, для объединения людей. И для нас, поэтому для Мордовии, это очень важно. Образ Ушакова воплощает в себе черты бесстрашного воина и праведного милосердного человека. Эту многогранность отмечает не только старшее поколение, но и молодые севастопольцы. Эта конференция не просто полезна, но интересна тем, что Ушаков соединяет в себе пример гражданской доблести и пример духовного величия. Организаторы уверены, что благодаря таким встречам имя великого флотоводца Федора Ушакова удастся сохранить на многие годы. Ольга Ковальке, Илья Якушев, информационный канал Севастополя.